Добрый вечер, дорогой Иван Андреевич. Для нас огромная честь сегодня стоять рядом с вами на этой сцене. Мы очень волнуемся, и я объясню, почему. Все знают, что наш театр «Старый дом» любит экспериментировать. И вот сегодня наш подарок будет немножечко необычный. На сцене будут использованы новейшие компьютерные технологии. Пожалуйста, Иван Андреевич, дабы избежать всяких казусов, просим вас пройти в зрительный зал и занять свободное, любое удобное место, чтобы вам лучше было наблюдать. Я вас провожу. Итак, посвящается лучшему актеру нашего города, всегда улыбающемуся, дарящему тепло и свет, народному артисту России Ивану Андреевичу Ромашко.